Умножить на 25, сколько будет? 340 метров в секунду. Ну-ка. Скорость звука. 340 на 25. Калькулятор принеси. Умножьте. Повторите, это вам. Нет, я не люблю увядающие цветы. 340 на 25. Я люблю только настоящие. Учить Божия природа, птицы учат пенью, паучок терпенью, учит нас пчелиный рой, дисциплине трудовой, солнце учит доброте. Снег пушистый чистоте. Будем так на свете жить, чтобы Господа хвалить. 130. Они не 13. Короче, такая, ну хорошая. Ребята, мне неудобно вас. Махи. Давай сзади место лучше. Ну даже возьмем вообще 300 взять, да, ровно, давай 300 на 25. Это что? Да, несу благодарение. 75 тысяч, что ли? Да. 75 тысяч. Вот сегодня бодренькое вручение в армию, вот такую ракету. Так это бодренькое. 25 раз. Мои уста несут благодарение Тебе, Спаситель, за Твою любовь. Я преклоняюсь пред Тобой смиреньем, Ты мне защита, радость и покору. Когда мне трудно, Ты всегда со мною, слезу утрешь и снимешь боль души. И так легко мне рядом быть с тобою, забота дня и в час ночной тиши. Добрый вечер. Добрый. Это мы уже заложили картошку. Сейчас лежит под крапивой, скошенной. Если море жизнь усмиряешь и чудный мир даруешь мне, горбя надежду радость посылаешь, и как за все не прославлять тебя. 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 Сейчас это музыка. Кто будет играть? Нестор. Он вообще не хочет работать, а? Сказали, что он работает, но он же боялся. Что, батарейки сели? Вечер добрый, добрые люди. Добрый вечер. Добром принимаем. Алексей, там из-за того, что маякан воет, матрица долго работает. Гармошка сгубная. Если... А Игорь, у него сейчас он будет на гитаре, на губной гармошке. А тут не буду смотреть. Это немцы играли сегодня. Пельмени нет. Я думал, зеркалка. Ладно. А ты походи, поснимай разные кадры. Чтоб дым попадал. Войну основали все женщины, на фронт ушли с четырьмя детьми, никаких пособий не платили, и все выживали. У нас в деревне были такие. Муж ушел на фронт, четверо осталось, и все.
и работали бесплатно в колхозе, работали, но ничего не получали. Что за песнопение? Твоя мудрость в каждом зернышке. Ну давай, напевай. Мы не подхватим. Не помню. Ну вон, можно у эту, у Елены Анатольевны песнопение. Ну что? Галя, про костер не взяли себе слово? Костер. Сейчас полистаю. А то просто раз давай. Про костер. Маша. Ниже? Не-не, нормально. Не-не-не-не, Сереж. Лежит Господь тебе, ближе к тебе, хотя крестом пришлось подняться мне. Должна. А сколько времени? Пора? Нет? Покушать, стараюсь, чтобы
рановато еще. Руки-то отмоем, что? Всегда так было. Едем. Минут 10 хотя бы, батюшка, подождите еще. Еще 10 минут? Да. Давайте костер своим мислом. Так не знаю про костер. Часто это волнуется. По-любому должно быть. Я не собираю. Ягоды уже передоз. Надо, чтобы народ побольше делал. Да, народ, пойте, пейте. Открыл мне в отчизну дверь. Сегодня есть время спасения, о, друг мой несчастный, поверь. Земная жизнь продолжается, но все же подходит к концу. Повезло. А Божья любовь не кончается, приди же скорей ко Христу. За ночи светлую зарю, за все тебя благодарю, за то, что отдал за меня свою кровь. Я пред тобою предстаю, я аллилуйя воспою, тому, кто дарит мне любовь вновь и вновь, тому, кто дарит мне любовь.
соль есть? Ой, ой. Так, Тимофей, я тебе не говорил, отойди. Я стараюсь. Еще бросай остатки. Еще? Да все, хватит. Да вот там. Ну это остатки, да, закинуть. Докинуть? Да. Они уже от меня получили, от меня. Ребенка год на там на плечи. Брат Василий Плотников приехал со своей женой, с ребенком приезжал.